Толик, ну когда мы уже с тобой закончим этот ремонт? Как только, так сразу. Уже очень скоро. Ну еще недельки две-три. Я думаю, меньше. Переезд. Переселяем нашего сына в его новую квартиру. Вот. И с нами едет пассажирка Ириска, кошка. Для чего мы ее взяли? Для того, чтобы она первой вошла в квартиру. Хотим вот следовать народному поверью, что если кошка первой войдет в квартиру, значит ее человека, который будет потом там жить, привалит счастье, целый мешок. Вот посмотрим сейчас, как она себя чувствует в машине. Вот она. Мяу, говорит. Ну, тут ехать всего только 10 минут, Ириса. Страшно тебе, наверное? Ну, потерпит. Ну, быстро уже, Ириса. Тут кольцевая дорога, мы быстро доедем. Осталось уже каких-то минут 6. Пока мужчины выгружаются, я достала Ирису, а то и в машине очень жарко. Ну что, доехала? Чего ты испугалась? Ну вот, успокоилась немножко. Она в своей жизни столько переезжала, поездила по передержкам разным, что, наверное, теперь боится, что ее опять куда-то повезли, может отдать кому-то или выкинуть. Сейчас выпускаем котяру. Котяра, выпускайся. Она сразу полезла в шкаф. Thank you.
осваивается. Начала проверять пакетики, коробки. Ирис, вот твой туалетик, смотри. Вот, вот. Если тебе сюда, тебе сюда. Все. Вот, Ирис, что тебе не скучно было, возьми коробочку пустую. Вот, пустая, сюда можно. Зачем, скажи мне, ваши коробочки? Когда любопытство стало уже распирать. Ну, пошли, пошли, куда ты пошла блюхнуть компьютер уже, а? За третья. Котяра. Уже и все интересно. Это ж новая квартира, все обнюхать-то надо. Кошак. Кошачка. Территорию метить надо. Но у нас же стерилизовано, вряд ли она будет уже так метить. Обнюхать. Что-нибудь. Это ж такое раздолье для кошки, куча коробочек. Да, балдёж. Ирис, иди сюда. Во всех у нас характер. Проголодалась кошечка. Ну что, уже не боишься здесь быть? Игорь, оставляй себе кошку. Нет. Нет? Почему? Тебе нужнее. Правильно. Мне нужны. Ну что, полежала на всех диванах, на всех креслах. Ириса везде отметилась, да? Классный калькулятор, да? Это вообще было. И массажер, и калькулятор. Да. Я специально положила на самое видное место. Я не заметил. Это же вообще. Слона-то я не заметила. 2 + 2. Будет 4. А раньше так и считали. Умножать можно на нем. Вы же сейчас какие раньше были люди умные. Вот. А то сейчас на и ответ. Вот тут надо было еще пальчиками. А посмотри, как сделано все на века. На века. И она, кстати, между прочим, целенькая. Там же нет никаких... И в рабочем состоянии можешь считать доллары. А еще была такая... Пачками. А еще была такая машинка. Вот так вот она крутилась еще. Знаешь, такая машинка? Помню, да, была. Света, ты что? Света, это вообще нельзя ни в коем случае. Можно. Нет, этот антиквариат мы не продадим никому. Не отдадим и не продадим. Ой, такое кресло вы красивое купили. Малышка, не бойся. Все, пойдем домой. Домой поеду. Опачку сюда. Раз. Здесь. Здесь. Она растопырилась. Давай залезем. Угу. Не больше. Не больше. Тихо.
Ириса. Тихо, малыш. Она уже прикипела здесь, не хочет домой. Пойдем домой, домой. Ириска, домой, домой. Все. Ты же здесь мой дом. Не хочу я ваш дом. Домой, домой. Домой, домой. Ну, молодец. Хорошая девочка. Все. Словили? Словили. Не хотела, не хотела паковаться. Мы домой поедем, домой. Ну что ж, там. Все, все, запаковали. Все. Ой, телефон. Все, погнали. Ну что, Бамик, пришла Ириса назад. Ты, говорят, ее искал везде. Соскучился? Вот она, наша красотка.